Вышла новая книга государственного и общественного деятеля Амалбека Тшанова. Презентация произведения прошла в Национальной библиотеке города Алматы. В мероприятии приняли участие известные общественные деятели, друзья автора, родственники. Айрылу, табысу және арылу туралы толғам, так сказать, рассказ о потере, воссоединении и избавлении. Это название нового произведения общественного деятеля Амалбека Тшанова. Писатель потратил около одного года на написание книг из 6 частей. В произведении автор подробно рассказывает о своем жизненном пути. Кроме того, через свою книгу писатель стремится перевернуть сознание читателей. Да, в жизни было много и взлетов, и падений. И я подумал, что, возможно, мой опыт понадобится молодому поколению, что послужило причиной написания этой книги. Все взято из жизни. Как-никак в книге мой 30-летний жизненный опыт, начиная с периода получения независимости. В то время я был уже депутатом Верховного Совета. Главная цель – это осветить упущения и проблемы, которые мы допустили в свое время. Ведь нам нужно признаться, не удалось построить крепкое и развитое государство для нынешней молодежи. Это третья книга Амалбека Тшанова. Ранее были изданы такие произведения, как «Тағзым», «Биг», «Бигнде». Отметим, что автор – доктор педагогических и технических наук. Вместе с тем, в своей трудовой деятельности он занимал должности акима города Шымкент и Жамбылской области. Был депутатом Мажилиса парламента Республики Казахстан и награжден орденами «Курмет» и «Парасат». В своей книге он откровенно повествует о всякого рода ситуациях, имевших место во время его трудовой деятельности. С Алмабеком Тшановым мы друзья с самой молодости. Будучи студентами, учились вместе. Закончив учебу, он ушел в строительство. Я в науку. В этой книге он рассказывает не столько о своей жизни, столько о событиях того времени. С одной стороны, это немалые знания для его читателей. С другой, это хорошая возможность для молодежи выучить полезный опыт мудрого человека. А потому эта книга представляет немалую ценность. В презентации книги приняли участие родственники, друзья и представители интеллигенции. Произведения Амалбека Тшанова будут распространены по библиотекам региона. Айслу Жандосова, Аминов Дайберген, Жайдарбек Нурбек, телеканал ЖТСУ.